Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Дмитрия Федоровича Устинова. В 1875 году Александр II в память о своем сыне, цесаревиче Николае, построил ремесленное техническое училище, чтобы готовить специалистов для российских заводов. В 1930 году училище было преобразовано в Ленинградский механический институт для подготовки инженеров в области артиллерийского и стрелкового оружия. В 1932 году институт был переименован в Ленинградский военно-механический институт. В 1992 году институт стал Балтийским государственным техническим университетом «Военмех». Вузу было присвоено имя Дмитрия Федоровича Устинова, наркома вооружения, маршала Советского Союза и выпускника военмеха. Быть военмеховцем всегда было почетно. Со дня основания университет выпустил свыше 60 тысяч специалистов. Многие выпускники стали выдающимися преподавателями, учеными, организаторами производств, конструкторами. Их имена теперь широко известны. Это выдающийся военмеховец Владимир Федорович Уткин, который создал 6 ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет, среди них знаменитая СС-18 «Сатана». Это его брат Алексей Федорович Уткин, конструктор ракетных стартовых систем. Это Дмитрий Ильич Козлов, главный конструктор космических ракет и спутников. Это дважды герой Советского Союза, космонавт Георгий Гречко. Это космонавт, герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалев. Это Владимир Якунин, президент ОАО «Российские железные дороги». Это Сергей Нарышкин, заместитель председателя правительства Российской Федерации и многие-многие другие. БГТУ имеет 8 дневных факультетов, большинство из которых имеют вечерние отделения. Факультет военного обучения, свыше 40 кафедр и более 35 специальностей с большим количеством специализаций. Структура университета состоит из 4 институтов. Каждый из 8 факультетов университета входит в состав одного из 4 институтов. Институт ракетно-космической техники образован на базе факультетов авиа- и ракетостроения и аэрокосмический. Это единственные в северо-западном регионе факультеты, обеспечивающие подготовку инженеров в области ракетостроения, космических летательных аппаратов и ракетных двигателей. Выпускники этих факультетов овладевают уникальными специальностями в области создания отечественных ракетно-ядерных сил и космической техники. Также в институте проводится обучение по весьма перспективному научно-техническому направлению – лазерная техника и технология. Институт систем вооружения имеет факультеты – оружие и системы вооружения, физико-технический. На одном из старейших факультетов вуза – оружие и системы вооружения – проводится обучение системных специалистов в области ракетного, артиллерийского, стрелкового вооружения, боеприпасов и взрывных устройств. Физико-технический факультет готовит специалистов в области триботехники, лучевой энергетики, оптотехники и приборов наноэлектроники, технологии 21 века. В состав Института систем управления входит факультет информационных и управляющих систем и факультет мехатроники и управления. Институт выпускает наиболее востребованных на сегодня специалистов в области компьютерных и радиоэлектронных систем управления, информационных технологий, защиты информации и безопасности, систем искусственного интеллекта, мультимедийных и веб-технологий, мехатроники, робототехники, качества и стандартизации. Институт международного бизнеса и коммуникации состоит из 2 факультетов. Факультет международного промышленного менеджмента и факультет международной коммуникации. Основная задача ИМБК – это подготовка специалистов международного уровня по экономико-управленческим, гуманитарным и информационно-лингвистическим направлениям.
МБК является аналогом зарубежных бизнес-школ при ведущих университетах мира. В институте внедрена и успешно применяется система бизнес-образования. Это позволяет выпускникам получать дипломы международного уровня, владея знаниями компьютерных технологий, инженерной подготовкой и углубленными лингвистическими навыками. На базе МБК в университете реализуются дополнительные образовательные программы, такие как второе высшее образование по экономико-управленческим областям для студентов старших курсов, российско-норвежская программа MBAE – Master of Business Administration and Engineering для студентов старших курсов. Для выпускников вуза и топ-менеджеров – программа MBA – Мастер делового администрирования. Российско-норвежская международная программа по специализированной инженерии для морской индустрии для молодых инженеров. Международная аспирантура PhD. Балтийский государственный технический университет имеет обширные международные связи. Студенты и преподаватели проходят зарубежные стажировки. С 2005 года совместно с германской фирмой «Феста» университет реализует образовательную программу по специализации «Мехатроника» и «Международный бизнес», которая выделена в отдельный международный образовательный проект. Одним из важных преимуществ обучения в БГТУ является право подготовки офицеров запаса Вооруженных сил Российской Федерации на базе военной кафедры университета. Обучение сочетает базовое высшее образование с дополнительным специальным военным образованием. Выпускники военной кафедры не подлежат призыву в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в мирное время. Учебный процесс отвечает современным требованиям подготовки офицеров и включает обучение в стенах университета и учебные сборы на кораблях и в воинских частях военно-морского флота. Для желающих посвятить свою жизнь военной службе с 2006 года в учебном военном центре при университете организовано обучение по подготовке кадровых офицеров. По окончании выпускникам учебного военного центра присваивается воинское звание лейтенант. В БГТУ обучается свыше 6500 студентов. Университет имеет государственную аттестацию и аккредитацию. В ВУЗе реализуется многоступенчатая система высшего образования, по которой ведется моноуровневая подготовка специалистов и многоуровневая подготовка бакалавров и магистров. Военмех осуществляет обучение студентов на контрактной основе на всех факультетах. Для отличников учебы по контракту предоставляется возможность перехода на госбюджетное образование в процессе учебы. На ряде факультетов университета имеются очно-заочные отделения. Профориентационную работу и помощь абитуриентам в поступлении в университет оказывает Управление довузовской подготовки. Управление ведет специализированные классы в ряде школ, где проводится углубленная подготовка учащихся. В университете имеются подготовительные курсы. Для выпускников техникумов организована специальная форма подготовки. Весной университет проводит региональные олимпиады. Результаты победителей по желанию абитуриентов и в соответствии с утвержденными правилами проведения олимпиад засчитываются в качестве вступительных экзаменов при поступлении в университет. В университете имеется развитая социальная инфраструктура. Проживание иногородних студентов обеспечено общежитиями. Открыта база отдыха в поселке Лосево и спортивный центр в поселке Кавголово. Военмех придает большое значение физическому развитию своих воспитанников. В ВУЗе открыта уникальная специализация – менеджмент в спорте. На кафедре физвоспитания и спорта студенты имеют возможность заниматься многими видами спорта. Особенно популярны секции тяжелой атлетики, бокса, борьбы, баскетбола, шейпинга, гребли и другие. Проводятся соревнования по мини-футболу, волейболу, теннису, хоккею и шахматам. Многие спортсмены вуза достигли высоких спортивных показателей. Студенческая жизнь в университете богата событиями.
Слушатели вуза могут заниматься в студии современного танца и студии бального танца, в академическом хоре, театральности. Университет проводит рок-фестивали «Военмехфест». БГТУ популярны студенческие игры команд КВН. Ежегодно проходит турнир КВН среди факультетов на Кубок ректора. Веселая университетская жизнь, радостные студенческие годы надолго запомнятся военмеховцам. Уважаемые абитуриенты, военмех – это знаменитый, прославленный вуз с огромными традициями и оригинальным имиджем. Имидж военмеха определяется его девизом «Военмех лучше всех». Это знают все сотрудники, студенты военмеха, преподаватели. Гордостью военмеха являются наши выпускники. Мы выпустили рекордное количество руководителей среди вузов. Наши выпускники занимают видные посты в государстве, в производстве, в различных структурах и ведомств. У нас прекрасная материально-техническая база и прекрасный научно-педагогический коллектив. Приходите к нам учиться. Диплом военмеха – это залог вашей успешной карьеры. Мы ждем вас. Балтийский государственный технический университет «Военмех» – это фундаментальные знания, это традиционно качественное высшее образование, это новейшие специальности и современные технологии, это возможность получения дополнительного образования по международным программам MBA, MBAE, БГТУ Феста и второго высшего образования. Это научный потенциал, аспирантура и докторантура. Это всемирно известная марка. Это, безусловно, успешная карьера. Это трамплин в будущее.